Я мальчик, читающий Ахматову, любящий Ахматову, желающий романтики, ищущий романтику в концептуальных текстах Нугатова, Ленина, Мандельштама. С кровоточащими деснами он заразил моего любимого страхом СПИДа. Ах, Макутин, что он со мной сделал, показал, что можно, окунул во мрак. Верящий в Бога, не нашедший себя, посещающий исповедь. Здесь неравно исповедующийся. Весь его мир у него во рту, все его страхи в железных скобках. Если вырвать их с корнем, пусть он умрет, может быть, возродится. Если водитель причмокивает, похожий на таксиста из фильма, женщина на грани нервного срыва, Альмодовара, у него белые волосы, бледный водитель, окажется вдруг вампиром, он непременно укусит меня, но не убьет, а сделает бессмертной, а потом я тебя, любимый. Так мои страхи сублимируются в желание быть с тобой вечно, в желание никогда не расставаться с тобой. Так мое нежелание сейчас с тобой расставаться сублимируется в страх того, что водитель окажется вдруг вампиром и вместо